Привет, друзья! Тульское конструкторское бюро имени Шипунова показало детальную модель новой версии ЗРК Panzer SM TBM. Новый ЗРК выполнен в варианте транспортно-боевой машины и получил приставку ТБМ. В этом варианте ЗРК лишился пушечного вооружения, но увеличил арсенал ракет до 24 штук. В старых версиях ЗРК Panzer было 12 ракет. Увеличение количества ракет, видимо, связано с возросшей ролью дронов в современных войнах и появлению в скором времени роев боевых дронов. ЗРК способен не только хранить и транспортировать ракетное вооружение, но и осуществлять боевую работу ракетами. Разработчикам пришлось отказаться от станции обнаружения воздушных целей в боевых порядках. Панцирь СМ-ТБМ будет получать целеуказания от других машин в батарее, либо от командных пунктов эшелонированной ПВО. ЗРК получил малогабаритные зенитные управляемые ракеты против малых дронов и БПЛА. Всего их 4 штуки. В максимальном варианте загрузки ЗРК Panzer SM-TBM сможет осуществить залп из 96 ракет. ЗРК получил новую прицельную станцию с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому система видит цели на дальности до 75 км. Таким образом, прицельная дальность стрельбы комплекса увеличивается до 40 км. Это вдвое больше по сравнению с Panzer S1. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.